Строительство бассейна в 127-й школе началось еще в 2005 году, но из-за недостаточного финансирования здание так и не было готово. После того, как в прошлом году инициативная группа родителей попросила возобновить строительство, процесс сдвинулся с мертвой точки. Сейчас практически полностью готова чаша бассейна и наружный водопровод. На завершающем этапе монтаж внутренних сетей, электроснабжения, систем отопления и вентиляции. В этом году в бассейне уже начнутся уроки физкультуры. Нужно сказать огромное спасибо губернатору и правительству, потому что они нашли необходимые ресурсы для того, чтобы такие деньги выделить. Темпы работ хорошие, и качество работ мне устраивает. Есть уверен, что к 20 августа школа будет сдана, и жители, и дети Красноглинского района получат нормальное, современное, оборудованное, так сказать, школьное помещение. Следующая точка – лицей авиационного профиля. Здесь проводят капитальный ремонт корпуса начальной школы. По проекту в здании предусмотрен ремонт крыши, усиление фундамента, замена деревянных перекрытий и коммуникаций, а также благоустройство территорий и обустройство спортивной площадки. Порядка тысячи детей у нас обучается в здании напротив, четырехэтажном. Это, конечно, сильно перегружает его, мы не успеваем его ремонтировать и даже мыть порой. И те дети, которые перейдут сюда, они освободят, конечно, там места для учащихся 5-11 классов. В Самарском медико-техническом лицее строят новый спортзал. Старый пристрой уже демонтировали. Площадку освобождают от заброшенных металлических гаражей и деревьев. Работают в графике. Завершить строительство пристроя планируют к концу года. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События.